Бум, бум, тебя там бомбит еще. Меня только что поимели. О, FPS ломанулся вверх. Я тупанул, реально. 60 FPS, у меня еще и метод сглаживания стоит. Выборка епическая. У меня процессор сейчас охуевал просто, оказывается, от этого. Вот и все. Я перегреться мог! Внимание на карту. Никогда. Давай, коси его, Ильич, я наблюдаю за тобой. Ни хрена себе у тебя звукан. 5-1? В смысле 5-1? От телека. Просто телек. А ты телек слышишь? Я просто наушники. Слышь, ну я прям вот... Ты слышишь, я телек. Это фигня. Это... У тебя тут... Ты чё... Чё ты? Кого ты выцеливаешь? Я еду на самолете. Лечу, в смысле. Блин. А тут какие-то конченые хотят через озеро объехать. Ну, самый хитрый. Получает пиздюлей. Черт, никак не найду этот момент. О, такой же, как я, прям раскрашенный. Красавец. Однако наши сливают. Сливают, сейчас сольют. Не, ну тут я за Т-10 блюду. Знаете, как громко. А чё наши? Атакуйте точку А. Атакуйте точку... Никогда. А зачем ее атаковать? Не знаю. Давай, ну, я 7 человек, я у них слил двоих точно. Гни, а чё она у тебя не раскрашена вообще, самоходка? А, я этой хуйней не занимаюсь. Не наш метод. У меня только на двух танках нехуй написано, на этого у меня уже не хватило сил. Ох. Бля, они... Они давят нас? Ну, а да. Всё. Походу это слив. Ну вон у них там леопард настрелял 4 фрага, зенитка 6. А это этот придурок, который на ИТ-1 меня убивал. А, опять мышка атасная какая-то стала. Подожди, я сейчас заточу. Давай. Слева, Т-10. Где слева? Что ты гонишь? Там он за церковью стоит. И справа вот он прям, а, блин. Все, вижу, но похуй. Так он на тебя еще попрет. За церковью и теха, бля. Бля, все, пизда мне. Там и тигр, коси его. Зачем косить? Я горю и чиню. Писиком. Все, мне пантера в сраку. Тигр 2. А все. Не, это... Ильич бомбанул. Ну я сделал все, что мог, 8 фрагов. Да все правильно. Ибо не. Ой, я что-то выиграл за этот позорный бой. О, позор. Дублеры. Конченый. Ой, до 500 тысяч чуть-чуть не дотянул. Ил, спасибо за Ил-28. Вот я прям любимая моя техника. ИС-4М, Т-10М. Окей. Мы когда-нибудь нагнем сегодня или что? Как нагнем? Мы только начали вообще запись. Поехали. Ну, хрен мы нагнем. Я на самом деле 50 косарей уже всадил в минус. Поражение в миссии Польши. Да, захват номер 3. Главное, чтобы сейчас у меня FPS не тупил. Это досаждает мне. Берлин, бля. Я пойду за Рейхстаг, короче. Я буду самый хитрый. Угу. И пойду скрам. Знаешь, сколько я таких люблю, вот прям вот дрюкать здесь, потому что все прут на точку, все. Причем тут нам... Нет, та точка это вообще, я не представляю, как там. Не, вот, а туда сейчас все попрут, понимаешь, ты один туда поедешь, и тебя такой же один идиот будет караулить. Поехали вместе. Кстати... Устроим им локальный холокост. В смысле, я поеду, говорю, за Рейхстаг, а не на точку. Так я туда и поехал. Ну, все правильно. У них выгоднее позиция, потому что много домов, а мы едем по полю, грубо говоря, к точке. Вот.
С той стороны я и люблю месить. Ой, Ильич прет прям. Да, это не в настройках дело было, а в сглаживании в моем. Ну, в смысле. О, смотри. Да, я вижу, Леопольд. Один пердец прет. Ты всадил ему? Да, я ему башню вырвал, нах. Блять, лучше бы ты гусеницу ему вырвал. Ну, так получилось, прости меня. Хе, наивный. И тех мим пролетел. Там за тобой какой-то бумксирузюка едет. Бля. Ой, стреляют. Ты куда? Да я вообще со всех сторон нас пытаюсь перекрыть. Тут на самом деле до хрена мудаков. Заряжай, ёпте. Ты чё там остался? Да вот остался в поле, так получилось. Прости меня, пожалуйста. Бля. Бля, чинись. Наводчика контузили. Япона, мать. Застрял. Ну как застрял? Остановился зря. А самое мерзкое, самоходка вот моя не умеет менять осадку. Здесь добавили фишечку такую. Ты тоже умер? Да, где есть гидропневмоподвеска, вот это вот. Я видел, да. Можно менять. Это не на всех танках же. Клиренс. Ну да, вот это и оно. А было бы круто 54-ку усадить. О, блять, вообще охуели, мрази, блять. Фугас. Ну, работу дали, ничего себе. Фу, так я у тебя вот он. В метре от тебя. И вообще-то он стрелял, походу. Опа, сейчас, блять. Сходу он в меня стрелять додумался. Козлина, блять. Попробуй, попади. Мразота. Сейчас, блядь. Бля, он не выбил все-таки чувака, прикинь. Да, блядь, ты прикинь. Бомбануло, да. Блядь! Это самый быстрый бой. И Т1, да вообще пиздец. Ладно, я тебе говорю, вот поэтому туда и надо ехать. На точку. И не лазить по полям. Серьезно, я оттуда и выношу. Я вот сторона не та. Бля! Нарез приехал! Вообще охуел, он нам в спину стрелял, оказывается, блядь. Справа. И ты? Да! Блядь. Я елку сбил, ебаный рот. С Новым годом, пацаны. О, ему пипирку вырвали. Круть. Заряжается орудие. На нах, ёпта. О, гори. Насквозь 54-ку просадил. И еще раз, бледина. Хэ. Че эту ИТ-ху никак там не вынесут? Потому что она очень хорошо запряталась. Да ты гонишь. Я тебе, бля, буду. Где она? А, все. О, шилка херачит. Нашел его? Да, кончился. Красава. Я тут под боком. Мы сейчас будем лучшей командой, как всегда. Ой, блин. Прям под боком бомбанули пацана. Сейчас мы захаваем точку, блин. Точно? Не уверен, но, блин, я постараюсь. Бля, только я прицелился. Нормально все. Тащим потихоньку. О, вижу десятку. Да куда мы там тащим? Не берет никто точку. Я про нас. О, пошла жара. Сейчас возьмем. Так, 90. Ты 92, мать твою! Кто-то на тортиле ездит еще. Давненько я ее не видал. Вон они ездят. О, Яга. Привет, пиздец, Яга. Они просто сейчас окружают точку. Посмотри. Да вижу я. А ты где? О, а я. Ебануться, Маус. Ага, а я ему только топливный бак подрезал слегка. В жопу, я 54-ку подрезал. Бомбят. Да вижу. Бомбят, походу, точку. Вижу, ты поаккуратней. О, Маус!
Ну, экипаж я им царапнул. Блять, Ильич, ой, я жопой стою. Ой, бочина лезет на, наружу. Ой, отхожу. Ух ты, сука, блять. Ебануться, все кричат. Кильтос в сети. Где? Я стрелялся. Да у меня всплывающее вылезло. Ты еще воюешь? Да, я на десятке пытаюсь тут последние выгнуть. О, да. Выгнуть и прогнуть. Блять. Оба. Без ствола пацана оставил. Давайте, парни, пришло время. А чё, арты ни у кого нет? Ёбните на точку, прикройте. О, наши заехали. О, вижу, вижу, вижу. Нет, глючит меня. Видимо, да. Есть, пошла! Да, чё, чё? Захватываем. О! Бля, бомбят! О, свои! Опа, опа, опа! Хорошо бомбанул, братан! Бля, в жопу! Горишь! В жопу прилетело! Вон она, мразь! Ай, бля! Выезжает, выезжает! Стреляй! Да а? Куда ты стреляешь? Ну как выстрелил? Чё, никак больше не вижу его! Пиздец! Ну а чё, я точку забрал у них! Чё ты хочешь? Стрелялся? Да. Сколько я тут вжарил? Вон, 4 фрага, ебать. А я? Один. Один. Заебись. Ну, сейчас будет победа. Я ее прям обеспечил нашим ребятам. Что-то аннигиляторная пушка не нагибает. Не тащит, да. Надо на меньшие ранги гулять. Это потому что, знаешь, потому что у меня пиво кончилось. О, началось. Не, Ильич, завязывай, завязывай. И знаешь, что у меня еще новое? Во! Ща рубить будем! О, это новая карта? Да! Ебать, я пошел за пивом. Ща приду. Дел, кэш. Вот это ща будет мясо! Черт, десятку надо брать. Десятку. И на близкие дистанции надо рассчитывать. Взять, что ли, вот этих десяточек. Блять, не той стороной уши надел. Ага. Ты куда, сверху, снизу? Снизу, поехали на А. Я даже сейчас взял снаряды ЗБМ 11. На чем? На Т-10. Это сейчас будет мясо и жара, Ильич. Это охренительная карта. Подожди, это которые, как их? С головкой, да. Камерные, что ли? Ну да. Ой, извиняюсь. И куда ты едешь? Я просто не знаю эту карту. Это клевая карта. А откуда они вылезут? Верти башкой, они будут лезть как черви везде. Каждая щель это угроза. Ты смотрел видосы чуваков из Луганска, когда это... они землю... Электричеством хуярили и червь лезли. Чё-то да, чё-то такое было. Криосан канал назов. Ну, бля. Короче, сейчас будет рубило, Ильич. Видишь, вон они уже подходят. Я вижу, но я поехал по самому. Ну, как это, в принципе. Здесь можно все сломать, я так понял. Да. Ну, вот. Есть, красава. Один А заезжает. Ну, блин. Ничего не могу с этим поделать. Сейчас только остановлю им захват и все. А, вижу Мудиня. Блять, здесь тессерны какие-то. 44-ка, о боже ты мой. Не вижу никого. Где? Вон она. Ты его унес? Нет, я промазал. Нет.
Пили ему что-нибудь. Блять, не могу. О, я ему сейчас гусеницу прострелю, нах. Прострелил. Да, блять, не могу объехать. Здорово, бро. Сейчас все, конченый. И огневая поддержка, и командная работа X2. Ну вот. Мы себе уголочек отбили. Мониторь одну дырку, я другую. Я поехал на самолете. Сейчас я спрячусь только. Хрен ты тут спрячешься. Я же тебе говорю, из каждой дыры пиреть будут. Да похуй, я хотя бы посмотрю, где мы там. Давай, давай, тут арта уже едет к нам. А к нам, кстати... Нам едут две самоходки. Я вижу, да, отлично. Кокс и какой-то кос. Ты засветанул отлично, я вижу. Видишь, они двое палят. Бля, они палят меня. Не боись. А, ракетка там. Не боись. Промазал, пиздец. Ты куда поехал? К ним нарез, что ли? Нет, я их выносить поехал, не гуди. Бля, газу его, мочи, Ильич. Он... А, не могу, блядь, я врезался. Заебись. Бля. А, мне в бочину прилетело там с фланга. Я не успел проехать. Навредил я ему только. Блин, он там за деревьями стоит, с деревяшками. Окей. Ну, точку вам мы удержали. Ты жив? Не жив? Ну, конечно, я только один танк потерял. Сейчас я буду нагибать. Здесь каждая щель — это враг. Здесь каждый враг — это щель. Пока еще нет, Ильич. Мы пока еще не так гнем. Лучший отряд-то возьмем, не? Да должны. Нате вам, ребята. Здесь, кстати, артиллерия отлично решает. Какой ты веки. Ты куда поехал? Да прямо я еду так же на А. Здесь все прямо, Ильич. Здесь просто кругом стены. И... Здесь сложно вообще прорваться к ним. Куда поехал? Везде я езжу просто, бля, атас, как можно заблудиться. Блять! Выезжает к тебе М60, осторожней. Видишь его? Уже не видишь. О, я тут все повалял. Кстати, разрушения клевые стали делать. Ай. Ну. Флаффенштрюкенкузен. Иди сюда. Где я эту жопу выцелил сейчас? Оба. Блин, они сейчас Б захавают. Хрен бы на нее, две точки держим. И не даем им протащить точку А, и все, и нормально. О. Потому что они все-таки лезут к нам. О, его бомбануло, нет? Неважно, сейчас я в бочину тут заеду пацанам. Во, вижу. Тушку. Бля, он уехал. Бля, он на меня едет. Ну ладно, окей, тварь, давай. Ну, одного я вынес. Уже хорошо. Они сейчас бы все равно возьмут. Ну пусть берут, че. Чего они берут? Ну, проебем тогда, как бы. А ты где? Я зажигаю десятки. А, третий ИСы даже, ни хрена. Я 54-ку сейчас использовал, ее главное преимущество. Пошла арта работать. Я прикрываю, я туда же всю эту улицу палю. Я же говорю, каждая щель — это враг. Я в том числе, в каждой щели. Воздух. Я ебанул этого мудака. Который самый хитрый, думал, скроется. Красавчик. А я только-только туда арту отправил. Ну ладно, ничего, сейчас помесим.
О, работают, видал? По своим стреляешь! Нехуй туда лезть, придурки. Ой, бля. Блять! А в итоге я словил в бочину, черт знает откуда. Только не говори, что туда стрелялся. Не, у меня еще дублер Т-10 есть, хотя стоит ли его брать вообще? Зенитку возьму. Внезапно. Хочу шилку покачать. Пиздец, наводчика выбило. Бля, он убился еще до того, как я успел его заметить. Хе-хе-хей! Даешь самолеты? О, 4 БМБ. Так, Ильич, надо поближе к себе. Тебе в тыл заходит САУ! И тяж. Какой в жопу тыл? Это не тыл? В тыл! Прямо сзади тебя. На точку А смотри. Видишь, стреляю. В него прям. Сейчас я ему привет передам. О, его вынесли. Бомбят, бомби его! Это я! Красава. Прилетело! Hello, Kitty! Уйдет, сука, уйдет! Ушел, сука. Да похуй, главное, ты меня спас, он обоссался от бомб. Все, гаси, я еду. Блять, что-то я не подумал, что я приехал к ним на рез. Я ж говорил. Говорит, где в тылу? Говорит, на респе у них стоит. Где в тылу? А, у меня еще самоходка есть. Ты, блин. Дайте мне вражеский самолетик, дайте пострелять-то. Так, я тоже хочу полетать. Блять. Контузило, все, пиздец. Ой, сейчас меня выебут. Ха, чудно. Ну ладно, наводчик еще жив. О, он без трака стоит, маус. Блять, сумею я ему что-нибудь вообще сделать-то? Не успеешь. А я отбомбиться не успею. Блин. Да пофигу, я что-то там нагадить успел. А, меня маус-таки добил. Окей. Сейчас я тебя найду. О, мы лучший отряд. Так мы затащили, бой, чё. Ну, я отбомбился, они где-то там кого-то убили. Мы затащили, ага. Кстати, не, ну точку-то я забрал. Чё? Английские или какие вот эти пушки с миниганами? Видел. Как это, пулемет Вулкан или как он там называется? Видел. По-научному. Не все члены отряда находятся в готовом положении. Ну какого хера? Позови меня с собой. Так ты тут. А. Ну там вот, окей, там. Нажимаешь, я прям вот вижу тебя. Сразу же. Чё-то так жрать охота. Чё-то я тебе сказать хотел? А, ну что, прожрать. Что? Ты пилишь рецепты вам ВКонтактике? Ну это хуйня. Нет, это местами. Или видосики, как готовить. Мне надо ремонт сделать, внедрить Татьяну и готовить на кухне, да. Будешь круче Обломова. Буду круче Обломова, действительно. Ты смотришь этого чувака, да? Нет. Я буду круче него. Он прикольный чувак. Мой сейчас do it yourself блок вообще, блять, наверное, лучший. Я не занимаюсь обзорами всякой хуйни, которую купил. Я показываю, как это работает и объясняю, почему. Ну и поэтому у тебя 500 просмотров на видосе. Ну да, наверное, но я, блин, я же объясняю именно саму суть устройства, а не, блядь. Ну понимаешь, какую-нибудь хуйню. И показываю. Резинки натягивай на арбуз. Не, резинки на арбуз это хуета. Я имею в виду, понимаешь, что есть, блядь, какая-то ебень. Купил в Китае вот такую штуку. Я не знаю, зачем я ее купил, но она прикольная. Вот я распаковал посылку. Вот и все, блин. Бред какой-то. Я говорю, что я купил, где купил, зачем купил и как это должно работать. И показываю всем, главное, бесплатно, блядь. Понимаешь, что эта хуйня настолько узконаправленная,
по аудитории. Да, узкая, да. Ну, блин, я расширю. Чтоб расширить, надо натянуть на нее резинки. Сначала натянуть резинки, а потом расширять. Бля, вон там какой-то М103 непонятный. Блять, не попал. А далековато. Он едет так же, как и мы, хитроебаный. Да тут вон 122-я подъехала. Пацанчик тоже его сейчас целить будет. Я смотрю, здесь точки тоже передвинули, что ли? Передвинули, Ильич. Я тебе говорю, здесь меньше кустодрочего сейчас будет. Сейчас будет рубилово, прям мясо в мясо. Я ему даже гуслю не снял. Но он испугался. Стреляй. А я его прострелил. Пизда ему. Блять, двигатели гусли. Вот этого я не ожидал. Я ему заряжающего выпилил сейчас. Вот этого я не ожидал. Откуда там эта херня вылезла? У меня дублер есть. Какой-то он бессмертный, блядь. Я еду на помощь. Ебать. В меня прилетела это ракета из ИТ. А где она? Да. Это ИТ. Я тоже. Этот же пидорас меня и выбил. Бля! Он хуй знает где застоит. Не знаю, я еду уже по самому краю, но не могу выцелить ничего. А, все, вижу. Бля, не вижу. Зоркость недостаточная, он этим пользуется, говна кусок. Делись, да? Блять, это не тот. Пиздец, как же далеко он стоит. Вот он. Ты все, кончился? Не, это 54-ка моя первая. Я вообще во враг съеду. Да, только он тебя оттуда все равно увидит. Ну попробуй. Блять, где этот кусок говна летающий? Во. На, ебаный рот. Я самолетик застрелил. Где он там стоит, шлюховоз? Ну и что, что есть? Ну попадаю я в него. О, пиздец, пацану. Боту. Ой, хелпу дали. Его зенитчик выпилил. А где этот ИТ-шник-то? Вон он все еще там. Как ты ему заехал в тыляку-то? Я к ним почти на рез приехал. Но он где-то там, во враге, вон, блядь, выскочил эмка какая-то, Ильич, аккуратней. Бля! Как ты его так остановил удачно? Вон, ИТ стреляет, мразь. Вон, два туловища, блядь. Вижу оба. Ну очень далеко. Пизда мне. Да вижу обоих. Чувак, спасай меня. Ну пытаюсь. Да не ты, другой тут со мной. Блять, стреляют. Фу, жив цел орел. Суки хитрожопые, блядь. Без экипажа, правда? Ну да ладно. О, засек, блять. Да. Это была не лучшая затея. Бля! Да пошел ты. Придурок какой-то. Блять, они как так ушли? Сука, спалился. Неудачно. Вы что там, через поле? Отрез по нарез перестреливаетесь? Да. Кучка долбоебов, да, вот так вот весело у нас. Засек эту мразь, блядь. Почти попал. Ёб ракета твою летит! Две! Да у меня тут ИТ под боком. Охуеть. Пиздец! Я еду, еду. 100 метров ИТ, видишь, впереди меня? Вижу, но полкилометра до него. Все, пиздец, я уже не вижу. Я во враг и ремонтится. Ка, бляди.
А у меня даже пополнение экипажа не вкачано. Где он? Вижу. Он едет к тебе. Ну, красиво. Я могу только носом вертеть. Нихера ты, летчик! О-о-о! У меня 22 секунды еще. Вынесу? Ебать ты, зверь. Фуй. А выглядит, да, так, что у тебя просто жопа бомбанула. О, я восстановил пуклю. Пришло время лезть в гору и выносить мудаков там на горе. О, они не стоят еще. Как у тебя там дела? Оба, китайца разнесли, вообще красавцы. Где тут авария случилась небольшая? Да тут? Да тут. Алло? Да тут я! Есть, блядь. Наводчика вынес. И ни хрена, ты видал, сколько их там? Видал, блядь. Нихера себе! Ракета сквозь землю мне радиатор пробила. Слышь, китаец там из пулемета грохни его. Вон, делись. Ну да. Мне бы... О, все, занял. Все, пизда ему. Я с тобой. Не, ремонтироваться долго. Ракеты вижу. Ой, ну, в смысле, ракетницы. Сумеем их вынести-то? Кого? Этого чувака я вынесу. Нам надо ракетницы вынести, они тащат. Мне вот этот чувак бесит, который стал в самом краю, думает, самый умный. Ну вот, который делись, да. Давай его туда. Там еще, их там трое вообще-то. У меня только один. Сейчас увидишь. Там стрелок 13, блин, я говорю, их трое. Маневренный-то, а? Охренеть, он как и шаг крутится. Тебя только что вынесли, кстати, лишь, блин. Заебись. Давай, заебись. Вам стим, млядям. Заебись. Я еще не... Это был просто архиоблом. А я стрелялся, кстати. А ты? Блять. Лёха. Тихо, целюсь. Целюсь. Есть шанс попасть, он меня не видит. Есть. Крит. Зажег. На, сука, блядь. О, еще и спистик тебе. Блядь, не попал. Ты же меня видишь, да? Я тебя вижу, но я стрелялся. Ну, я имею в виду, ты же за мной наблюдаешь, ну вот. О, я его вижу теперь. О, мразь. Ладно, две секунды я тогда возьму перекура. Вынес говнючаку. Снайпер дали. За неебическое расстояние моего скилла. Встречаем Харитонова Сашу. Где же вы? Блять! Что-то тебя бомбануло. А откуда я? А, ёпти, он просто несется, что я его даже увидеть не успел. Окей. Ну, а чё ты 10? Я выехал, и что? Да все, слили бой. Да, безнадежно. Может, полетаем? А то чё мы, танки, да танки. Ну, поехали, только у меня свистков нет.
А не надо свистки. Что, забыл, что ли? На, ёп! Красиво я сейчас нарисовал. Прикинь. Я имею в виду, полетаем, это значит выводить тетрарха и собирать пати. Ты чё, дурак? Мне тут прилетело ВКонтакте, говорит, слышь, чё почём? Я чё? Обзор почём? Ты о чём говорю? Ну как, алоды? Это нихуя себе, думаю, наглость. Пишу, блин, окей. Стоимость OS Windows. Время на установку оплаченное. И каждый час игрового времени 500 рублей. Тишина. Да, это просто кто-то стебанулся. Подожди, ну как мы летали? Да, 4-0, да. Да, да, 4-0. Чё там, Як-9Т, Як-3. Ну, саму же сборку мы посмотрели. Ой, а у меня Як-ЗП тут есть один. Як-ЗП это уже не то. Вот-вот. А, лавка пятая, да. Не, лапять это уже тоже не туда. 3-3. А, ну я ей не пользуюсь. Да 4-0, вот ла-7 у меня 4-0, все остальное. А, и ла-5FN. Не, подожди, там по рангам они тоже как-то раскидывают. На ла-7 мы можем на свистки попасть. Нет, ла-7 обычный, не Б. Не, да я вижу. Именно третий ранг нужен. Блин, ну он, блин, четвертый. У тебя что, набор не сохранился, как мы всегда гибали? Нет. А 10-й ил пойдет? Нет, не пойдет. 185-й шаг точно пойдет. О, да. Бэшка, ёпте, у меня же Митчелл есть, ебать. Все, полетели. Собрал? Да. У меня есть Митчелл, Б-25 Жо. У меня макушка болит под наушниками. Странно. Отвык от наушников уже. Ну чё, Ильич, как думаешь, вырвем мы им жопу, нет? Не знаю, почему карта танковая? Большая карта. Европа и битва. Я забыл, на чём воевал. Значит, сейчас понял. И на чём? Это чё, штурмовка? А чё бомбить? А почему у меня Су-2 здесь вообще стоит? Надо переставить какую-то более внятную технику поставить. Ты уже летишь или нет? Ну, почти, вот, все, лечу. Блин, надо было Бэху брать. Бля, у меня настроен хотя бы управление. А у меня, кстати, нет, у меня правое слежение за целью. Z правильное положение. Я, кстати, А ты куда полетел? Вверх. И по центру, а ты куда? Сколько у тебя высота? 2600. Я 3. Ну, блин, у меня-то як. Не, я просто появился, походу, дело выше. А ты на чем? Когда я донатил? На донат на этой штуке. Как это? П-39? Блять, микрофон упал. О, у меня 300. О, мы уже просираем. Галифакс, Б-17, вон летят, лавки опять. Че, вниз нырять будем? Нет. Я не буду. Я вон там летит самый хитрый, я тоже. Вот и давай, окей, а я тут сейчас на бумзумлю. Себе чутка. Галифакса уже подорвали. Кто тут самый умный? О, еще один Галифакс. Вот сейчас мы его-то жопку-то ему и подпалим. Кстати, пользовался всей этой херней. Там открытие кокпита, освещение. Ты че, когда я мог ей пользоваться? Ну, может, играл когда-нибудь. Вот это я лох. Я не вырулил. А чё я сушку вот реально взял? Какого хрена? 2 фаб 100, 2 фаб 50. 8 фаб 100 хотел взять, ну ладно. А, ни хрена, у меня тут зверь.
Бля, я только хлопу получил. Ну чё, я сейчас на бобре полечу. Ты чё, уже сдох? Да, я не вырулил, я лох. Ты чё, уже сдох, я не вырулил, я лох, да. Вот так. Я к ним нарез прилетел, только сверху немного. Нормально прилетел, неси их там. Бомзуэй! Заповедь великого Покрышкина, да? Чё? Соколиный удар. Ой! Четыре пятьсот высота. Сейчас буду бомбить уже. О, зарядился. Сейчас привет танчикам их передам. Ковром. Вот так вот. Мы, кстати, проебываем. Да, о, ничего, у нас вон пешки две штуки восьмых кружат. Сейчас. О, уже пошли бамбуи к ним. О, все, дошли бамбуи. Если мы немедленно не вмешаемся, враг победит. Так что не переживай. И я, кажется, по танкам попадаю. Хотя не очень, но вроде попадаю. О, я на базу вражескую выруливаю, сейчас бомбану. А может не бомбану, что-то на меня тут сейчас набросится прям хотят. Или не хотят. Нихуя, у тебя сколько там бомбуев? 12. По 100 кило? Вот, вот пришлось подергаться. Я не успел сотки переставить. Там 250 и 50, по-моему. То есть вообще жара. Ну, сейчас пошла хорошо. Охуеть, мустанг, дебил, подвешивается прямо передо мной. А нет. Или да? А нет, подвешивается, прикинь. Вижу. Он что, меня не видит, что ли? Он прям пиздец как подвешивается. О, я базу взял. Взял базу, на нах. Крутотень. Чё? Пилотирую дальше, Ильич. 5300 высота. У меня 4, я на километр ниже тебя. О! Вижу танки вражеские. Блять, они едут. О, хрен знает, попаду, не попаду. Ну, они что-то едут. Я черт узнает, куда отбомбился. Мне бы в небо, блин. Мне бы стоячие цели бы видеть бы. Окей. А, нахрен, я на вражескую базу поеду. Дальше вон там пешка восьмая бомбит, тем более. Суки! Чё-то знает, где там танки вражеские, не вижу вообще. Куда-то вообще мимо отстрелялся, и хрен бы на них. Пиздец, закрылок выбили. Ну все, пизда вам нахуй. Я на премиум и налетался, никого не сбив. На последнем месте. О, пошла война. Я пошел раздавать пиздюлей. А мы базу бомбуячим. И хорошо так бомбуячим. Желательно бы побыстрее, потому что мы проебываем. Ну, стараемся. Им один танк осталось выпилить, два. О, пошли ложиться ковром, родимые. А чё толку? Ну, повредил я базу. Да ё-моё, тут повредил-то. Одно название.
32 очка. Ну, потерпели поражение. Это так печально, я пойду, короче. Хреновый из меня бомбардировщик, куда ты пойдешь? Поплакаю. Все, отстрелялись, что ли? Нет. Ну, я просто хуйней начал заниматься. Надо воевать, а не хуйней заниматься. Давай. Будем воевать, а не хуйней заниматься. У меня еще и парик какой-то был, оказывается, активировано. Че, у меня тут СУ-2 зачем-то стоит. А, нихерена себе, у меня парик 10 фрагов набить, забой. А я провафлил. Ха? Да ладно. У меня да. Тоже, давай. Сейчас напилякаем. Вдвоем. Всех врагов разом. А, это 20 фрагов. Смогем? Чё-то мы высасываем. Чё-то народ не рад будет, мне кажется. Ну, потому что мы очень долго не играли. А еще у нас суют. Идите поиграйте в симуляторные бои. Ко-ко-ко-ко-ко. Симуляторные? Не. О, я ж на Як-Зе сейчас буду сжать. На скрытой атаке. Ох, я сейчас наверчу. Здорово, ребята. Наши едут. А7М. Здорово, бро. Молчит. Покемон кто? Я что-то не понял. Покемон садовник, ебать копать. Как тебе такой ник? Я, кстати, как-то сидел дома, думал, а что поиграть? В покемонов? Нет. Знаешь, что скачал? Че? Титан Квест. Ого. Ну, это старая тема. Ну, это клон, как-то, Диабло клон, или как он называется. Ну, да. Ну, это старая тема. Ну, время убить, да. А хоть что прикол скажу, у меня Диабло 2 не запустилось. Удивительно. Оно запустилось только в окне. Ну там патчить надо. Блять, что выложили в торренте, то и скачал. И такой график, конечно. Я вижу, как P-51 набирает высоту. Как фантом прям практически. Ну я на него и лечу. Давай, который Люки Биель? Да, поимеем его. Ну, я боюсь, что он меня поимеет. О, смотри-ка, он вниз заруливает. Засал, потому что двое на него. Ох ты, нихуя. Хрен он там засал. А, он... Ты сделал ему что-нибудь? Да, подцарапал. Блять, я вообще не попал в него. О, попадаю. Видишь, дымок летит из пидика. Попадаю. Ну, пиздец, он к земле, блять, прижал. Ты его добьешь, нет? Не знаю. Не попал. Сейчас буду разгоняться и уходить вверх. Слишком перебор, и я на перезаряде весь. Вон там на этажерке, давай его хотя бы срежем. Бля, мы пиздец, мы такие лохи, не смогли вдвоем сбить. Ты забьешь хотя бы эту этажерку или нет? Конечно, обижаешь. Да неужели? Я, конечно, лох, но не настолько. Блять, он вытормаживает, мразь. Что за хуйня? Ты добьешь его! Я не понимаю, 37 миллиметров вообще ничего не делают. Я вижу попадание, но им похуй. Я никого не добью. У меня перезарядка. Блять, меня Петрович косит, охуеть. На тебя двое там сзади висит, вихляй как я можешь. Я вижу, вихляю как могу.
Давай, коси его. Не могу, я на другим. Оба! Хвостом Педика цепанул. Красавчик. Ох, меня все-таки подстрелили. Ну, сейчас они за тебя примутся, Ильич. Не знаю, в одного попал, одного сбил, но... Но это все. Это мы решили так спокойно повоевать, прилетели к ним на респ. Ну, не знаю, два фрага я срубил все-таки сейчас. Ладно, хорошо, что тут не... А теперь моя очередь на Як-9 тейпер долить. Не, ну как, знаешь, так по-нубски рассуждать. Ну, один самолет за два разменял, ну норм. Ну, у меня один за один получается. Остальные я просто коцал. Блин, они добавили здесь у моря отражение. Ага. Это так бесит глаз. Ну, не знаю. Выключи их. А карточку поменяешь, будешь только на отражение и смотреть. Угу. Да. Дрочить буду прям на графу. Да нет, просто не будет тормозить. Вот у меня сейчас лечу вообще вот. А, блин, надо настройки вернуть обратно нормальные. Он 65 FPS, но мониторчик-то 60 только тянет. Вот предел качества достигнут. Это что, это всем насрать, что я сажусь на их точку? Нет, они вон баражируют, там сейчас тебя вымесят нахер. Их там вон 6 штук в 4 километрах в одной кучке летают. О, уже на тебя выруливают прям. Трое разом. Ну так сбивай их, хули ты. Захожу в хвост. Пытаюсь, во всяком случае. Ну, я захватил. Красавчик. Ха-ха-ха, сука. Сбили, прикинь. Одного убрал. Бля! Закрылки! Бля! У-ху! Ну, прикольно получилось. Толк-то. Васенка Томас ЦЗ. Томаш. Томаш Васенка. Не, ну точку-то ты забрал. У меня есть дублер. Не, нахрен дублер. Л-5Ф. В жопу подвесное оружие. И скрытой атакой пошли месить. Ну в бой же, чё ты не жмешься-то? Теперь им главное не дать сесть туда, на... потому что на Б их вообще нет. Так тогда мы слишком быстро выиграем. Да похуй. Бля, юнкер снесется. Да, они, правда... они продолжают выносить наши корабли и выигрывать, в общем-то. Я так же убился. Я забыл совсем, блядь. Я же говорю, на отражение загляделся. А-за-за. Да-да, признай. Я просто думал, под ним много еще высоты. Надо смотреть. Ты на снес, альтиметр. Нет? Конечно, снес. Даже командную работу, наверное, дали тебе. Сейчас уничтожу, не гуди. Так, тут во фланг пытаются зайти. Блять, я так не убивался об море. Я последний раз убивался, это в Battlefield'е так. Ёпте. Лёха, а ты играл в Battlefield? Какой? Ну, самый первый, 1942. Нет. Как, ты не помнишь пафос на этом Узон? Нет. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. О, Музон знакомый, а не играл. Ту-ту-ту-ту. Пру-пу-пу, пру-пу-пу, пру-пу-пу. Че, не помнишь это, что ли? Нет, не помню, Ильич, у меня вообще небо вверх ногами, отстань. Я миссию мудаков. А Хуракейн-то злая вещь. Ох ты, красаву вынес, пацанчик. Хм.
Покемон садовник меня спас практически. Прикинь. Кто бы мог подумать, меня спасают покемоны. Конечно, хорошая работа, ебаный рот. Это ж я. Сейчас вы мне посажаетесь тут. Я к 9К, ядреный корень. Не льсти себе. Еще один закритованный упырь. Два фрага разом. Бля, третий не попал. О, миссия выполнена. Ой, я на перезагрузке. На перезагрузке! Но я точку отбивал. Ой, я даже третье место занял. С 6 фрагами позорными. А надо же 10. А сейчас я разыграюсь. Мне просто надо перекурить сходить. А у самолета здесь какой-то шнур. Это топливный шланг. Не знаю. У тебя тоже шнур лежит? Ну, видимо, заправочный, да? Некогда дружные соседи. Ога. У меня ж як не на скрытой атаке. Лоховозка я позорная. Или здесь что? Здесь надо стрелять, нет? Не танки. Знаю. Это шнумовка. Бомбить надо. Блин. О, тучи. А к люди. Опять ты на своем донатере. Угу. А я тебе даже выстрелить в задницу наглядно не смогу. У меня скрытая атака. Я могу тебе только ее прострелить. Я, кстати, тоже не знаю. У меня последний раз стояли все везде скрытые, а видишь, у меня трассеры летят. Почему поменяла? Ты завязывай там это, надрачивать. Я теперь могу понять, почему я никого не сбиваю. Чё ты куда? А что ты так виляешь? Поехали сквозь облака. Так я туда и еду, я просто после форсажа перегретый. О, видишь, он тоже молодцов. Спитфайр, Ла-7 набирает. Да пошли не в жопу. Здесь, может, хитроебаные бомберы есть. Не знаю, сейчас выясним. Какой рейтинг у Ла-7? Я что-то забыл. 5-0? 4-0 ровно. Это у самой первой, да? Угу. Чё-то облака не кончаются, Ильич. У меня почти закончились, только бомберов я здесь не вижу. Я на высоте 4000, и облака не кончаются. 4300. Ну, вот, в принципе, вижу. А, все, во, практически вылез. Справа, да. Лавка. Да выворачиваю. Идет, потихоньку. Идет на меня. Не на меня. Да мы к ним на респ уже пришли. На этого? Б-25? О, вижу Б-25, да. О, пошли туда. Пришло время резать бобров. Мы ж не зря поднимались-то. Да пиздец, ему похую. Это ж Б-25, это ж летающая, мать ее, крепость. Нет, ты путаешь немножко. Да насрать, все равно Б. О, красава, а я лавку пошел резать. Интересно, почему мне дали спасателя бомбардировщиков? Не знаю, видимо, он гроза бобров. Фокси, да? Был Фокси. Кончился. Зато, зато меня кто-то, походу, тут что-то кто-то любит. Ты его ничего не сделал. Он, да я его закритовал насмерть, успокойся. Да, поэтому нашего бобра режет. Да хана ему, он... Сейчас сдохнет. Он даже не дымится, прикинь. Да ты гонишь, но я же его кританул. Блин. Говно кусок, а. Ты сбит или нет? Да нет же, он летит. Вон он разворачивается. Сейчас я его подцарапаю, дальше что? Бля, я не знаю, куда тебе помогать или Веллингтона сбивать. Веллингтона пили, сейчас я эту лавку-то все-таки зацарапаю. Вон, вижу, его в облаках крутится, мразь.
Да ёбаный рот! Блять, он нашего Галифакса жарит. А у меня опять патроны кончились. А, ничего вы без папки не... Наконец-то, блядь. Да не за что, братан. Еле-еле спас твою жопу. Видишь, кисто? Нет. Справа где? В хвост заходит. Справа от кого, блядь? От тебя, ну уже не заходит, уже горит. Готов. Перезаряжаюсь. Заебись, ты меня только что спас от того, чего я даже не видел. Хорошо сработано, это. What the fuck? Motherfuck? Team be useful, please. Чё? А, команда, пожалуйста, будьте полезны. А чё им не нравится? Мы стреляем. А, мы стреляем, да, толку. Пацанчик охреневает от того, что мы бесполезны. Видишь, кто кого? Блин, Хайма? Ильич, ты куда? А, там кого-то режут. Ты видишь его, да? Нет. Ну, я прилетел к ним на рез почти. Да, да, я тоже туда практически прилетел и вижу, что здесь в меня просто ПВО лупит. Надо к ним на голову падать. Сейчас я этого Блинхайма-то подрежу. Ты тоже на него выходишь? Угу. А он на меня. А нет, не на меня. На всех. На, нах, ёпта. Сука, я даже стрелять не успел. А я вниз пошел, вон, на П-47-го. Техникал? Да, бери на себя банкоцу. Я понял. Он тем более вверх пошел. Хуерх он пошел, блядь, пиздец, не могу. Не могу вырулить. Все, я вверх опять. Да ты чё, охуел что ли? Блять, 5 секунд. А, загорелся, мразь. Пошел ты. В меня тут ПВО лупило, блять, лупило, не попало. Я тут понизу Ильич с Хенкелем схлестнуться решил. Бля, движок выбили. Ёбаный насос, ну ничего. ПВО им сейчас на базе вражеской подрежу. Теоретически, если долечу. Да вроде долечу. Нет, меня все еще хотят. Не знаю, я здесь на вертикалях борюсь с такой же коброй. Красавчик же. Только смысл, в чем не понимаю. Блять, отстрелили руль. Не могу ПВО вражескую вот вынести. Вот здесь вот твоя помощь не помешала, но... Есть! Ты что, серьезно? Че? Ну, бля, Ильич, я вниз нырнул, чтобы вести бои веселые. Ну, я и провел пару веселых боев. Взял фраг. У меня шуха зачесалась. Взял фраг. И даже два, по-моему. Да, целых два. Ну, вижу целую кучу мудаков еще у нас тут. Сейчас будет кого месить. Сейчас всех помесю. А6 М2. Чего его никто не бьет-то? А как здесь пишут? Смотри, в чате там типа высоту уже можно говорить. Хер знает. Ну фраг я у пацанов спиздил. Вот так в наглую. Надеюсь, они меня простят. О, вижу бобров. О, Галифакс летит. Горит и летит. Горит и летит. Как-то он криво летит. Прилетел. Братушка. А ты что этого банкоцу не сбил? Не убило вообще. Вообще убило? Сильно? Пиздец, как сильно. Я за тебя буду мстить. Ну, я его как-то подцарапал и все. Бля,
Я не знаю, может у меня с компом что-то, но здесь как пип бомбардировщик выглядит, как обосранное говно. Блять, я тут с ишаками бодаться удумал, нихера себе. Я наглый, бля. Блин, мне чуть-чуть осталось долететь до их аэродрома. СБ-2М! Выруливай, ёпте. Нам пиздец, он на базу летит. Я тоже лечу. Нет, он на нашу базу летит, и он уже над ней, понимаешь? Вот в чем основная беда. СБ-2М он несется. Не вижу, никого не вижу. А, так его собьют. Хрен там. Его на 20 еще где-то там болтается, мразь. А все, мы победили. Ничего не сделал. О, я ему хвост отстрелил. Хрена себе, на километре. 5 фрагов, позор. Какой-то онлайн режим. Мы ж ну его нахрен, Ильич, мы что-то так сосем. Ну, поехали воевать на танках. Поехали воевать на танках. Я покурить очень хочу. На каком? На 5-м. Поехали.